Всем привет! Хочу сегодня рассказать вам по подключению ПР-ки, точнее 200-й, к выносному датчику Danfoss и китайским термопарам. Короче, столкнулся я с таким. Подключил я датчик Danfoss и китайские вот эти термопары к аналоговому ходу ПР-ки. Ну, соответственно, написал небольшую программу, ну, хода просто дал. Вот, и получилось так, что при нагревании, вот, допустим, вот этой термопары, температура показывающая, допустим, вот температура подачи уходила, ну, в отрицательную сторону, то есть 16, там, 13, 10, 9, 8 с нагрев, потом в минус уходил. Вот, как я с этой задачей справился. Вот что у меня получилось. То есть взял аналоговый вход. Сейчас, секунду. Аналоговый вход. То есть 4,20 миллиампер. Выставил там пределы минус от 100 до минус 100, верхний нижний предел. Вот. Вставил функцию, ну, операция FMOL. Она, это операция умножения чисел с плавающей запятой. Она нужна была для того, чтобы избавиться от отрицательного числа на ПР-ке, то есть на самой ПР-ке. Здесь он показывал, когда нагревали, он ходил, там получалось, допустим, минус 16. Здесь вот минус 16. Чтобы от минуса здесь избавиться, соответственно, я поставил константу и присвоил ей значение минус 1. То есть приходит сигнал отрицательный, допустим, минус 16, он умножается на минус 1 и получается у нас, то есть 16 градусов. Вот. Дальше взял функцию сабовскую. Вот. Вот. Данные функции, это подстройка, калибровка, короче, по-другому называется. То есть, допустим, ну, не нагревая термопару, и в комнате, допустим, температура 20 градусов, ну, к примеру, вот, ну, термопар показывает, допустим, 29 градусов, вот. И то есть, чтобы сместить нам до комнатной температуры, то есть мы задаем константу, вставляем ее сюда, допустим, 21. И то есть получается она, ну, допустим, там 23, ну, градуса, она смещается на 21. Там получается 3 градуса. Ну, к примеру, это говорит. Вот, то есть функция вычитания. Вот. Ну и, соответственно, далее, чтобы вот это много места не занимало, я сделал на нее макрос. То есть ввел, вот, то есть создал макрос, вот он, сохранил его, вот, и его можно вот увидеть в сохраненных у меня макросах, вот, подача, обратка, вот температура помещения, вот, то есть этот макрос можно вынести, вот эту вот данную часть удалить, вставить его, и все будет работать как и при данной системе. Вот так на этом пока что все. Дальше буду делать пит-регулятор для управления котлом. Вот. То есть будет подача, обратка, температура помещения и на вот четвертый выход, точнее вход, буду
давать управление с резистора тоже, резистор, ну, 4,24, 20 миллиампера. Вот. Так что как-то вот так. Ну, соответственно, выставлю, покажу вам схему, что у меня получилось. Калибровано будет. Вот. Ну, на этом все. Спасибо за просмотр. Кому понравилось, подписывайтесь на мой канал.